Второе направление – разработка НСИ и автоматизация. То есть у нас есть свои наработки по данным, по справочникам и по информационным системам. Самое, я думаю, что для вас актуальное – это НСИ, как правильно описать ваше оборудование, как правильно выстроить систему планирования, то есть какие нужны данные, чтобы получить даже ППР. А где брать данные для тех карт? Наша команда занимается этим. С 2004 года, соответственно, мы уже на многие вопросы знаем свои ответы. Сейчас популярным направлением становится надежность, соответственно, данные об отказах, данные по диагностике. Это тоже целая история, как правильно собрать, как правильно использовать. У нас есть своя система MDM, то есть система ведения мастер-данных, в которой мы храним данные со всех своих проектов. У нас есть внутреннее такое решение, называется цифровой механик, который умеет само делать определенные автоматизированные процедуры.